Все только возвращалось в норму. Когда Мэл предложила мне то, что я не мог отказаться. Теперь я капитан нового корабля. Бы не стала директором Викеи, если бы не хотела что-то изменить. Именно поэтому я, наконец, открываю Академию Аурадона для всех королевств, даже чудес. И лично приглашаю того, кто заслуживает шанса, которого у меня не было. Принцесса Ред.